Великолепные огурцы. Значит, в Армении была постановка, это анекдот тоже, нереальный случай. В Ереване, в общем, постановка «Юлий Цезарь» в Национальном театре оперы и балета. В Армении же балет есть и опера. Вместе, да? Ну, пока что вместе. Но сейчас обещали отдельное здание дать там. И постановка «Юлия Цезаря» настолько масштабная, что весь Ереван задействован в этой постановке. Нет ни одного человека, который не играет в этом спектакле. 5 актов. Кто-то играет лучника, кто-то там конницу, кто-то там друга Марка Антония, там кто-то там кого-то. Потому что должен приехать президент и правительство смотреть этот спектакль. 1,5 миллиона весь Ереван задействован в этом спектакле. Гигантские декорации и так далее. И за 5 минут до начала уже президент пришел, уже все сели. Ну, так как весь город задействован, в этот момент кто-то умирает из актеров, естественно. Потому что весь старый человек, там, 96 лет, умирает. А он играет роль, значит, гонца, который должен в конце 3-го акта с вестью прийти к Юлию Цезарю. И этот режиссер в шоке, в общем, выбегает на улицы Еревана и видит, никого нет, весь город пустой. Потому что все за кулисами стоят, одетые там в простынь. Кто-то с копьем, кто-то с лошадью. Бегает по городу в панике, вдруг видит, наркоман сидит там в подворотне. Он говорит, брат, какое счастье, что ты есть у нас в городе и так далее. Он говорит, что случилось, ты кто? Говорит, я, говорит, выслушай, пожалуйста. Мы делаем постановку «Гай Юлий Цезарь» в театре оперы и балета. Он говорит, я тут при чем? Говорит, там человек умер, ты не мог бы сыграть гонца? Он говорит, нет, нет, брат, я в таком состоянии, я сижу себе, кайфую, у меня в голове музыка крутится. Нет, не надо. Он говорит, мы тебе дадим 50 тысяч долларов. Выйди, скажи одно слово. Он говорит, какое слово? Говорит, да, там надо выйти, просто там будет сидеть Юлий Цезарь. Ты выйдешь, скажешь, Юлий Цезарь, Октавиан скоро будет. И все. Он говорит, все? Говорит, да, вот тебе 50 тысяч долларов, пошли. Его ведут, одевают в простыни, там этого все. И тут начинается та-тан, тан-тан-тан-тан. Начинают в эти декорации выезжать и так далее. Начинается спектакль. Этот наркоман режиссеру говорит, можно я выйду, сейчас скажу и поеду домой, там сегодня не найдет. Он говорит, подожди, подожди, не время еще не время. Он говорит, пожалуйста, товарищ режиссер, сейчас выйду, скажу и уйду, иначе потом, давай сейчас. Он говорит, не время, я тебе скажу когда. Он говорит, можно сейчас выйду, скажу. Говорит, не время. Говорит, пожалуйста, сейчас выйду, скажу. Говорит, не время. И так час он уговаривает, можно сейчас выйду, скажу, не время, можно выйду. И вдруг режиссер говорит, вот сейчас время, иди. Он выбегает, там Юлий Цезарь вот так сидит. Этот наркоман говорит, Юлий Цезарь, Октавиан сказал, что скоро будет. Он поворачивается и говорит, ты опоздал, Марк. Он говорит, клянусь матерью, я говорит, 2 часа назад еще хотел выйти, этот козел стоит, говорит, не время, не... Но это, говорят, реальный случай. Это реально. Но мы